Всем привет. Ну вот, смотрите, у меня мой подвал сегодня превратился, блин, в какую-то музыкальную студию, короче. По крайней мере, это так выглядит. Вот, вчера я, значит, после съемки видео все-таки поехал, еще раз съездил на свалку и забрал кое-что, что я не забрал сразу. Потому что я видел, там лежало, но я не взял, не придал этому значения. Вот. Но потом решил все-таки забрать, чтобы уже комплект себе сделать. Вот, значит, я привез еще один вот такой пионерчик. Они сейчас два одинаковых. Вот они один. И вот он второй. Но они уже, значит, проверены. Значит. Один из них, вот этот, работает без проблем. Вот этот у нас, он включается, все нормально, но диск начинает крутиться, и потом он не читает диска, и диск останавливается, и он здесь пишет номер ошибки, короче. Вот. Но я так понимаю, что, возможно, у него лейзер просто грязный. Бывает такое, что просто почистишь лезер, и все пошло. Вот, значит, вот такой вот взял пульт. Не пульт это даже, а сейчас я покажу это поближе. Yamaha MD4S мультитрек MD рекордер. Вот, короче, вот сюда вот вставляется мини-диск, и значит на него можно записывать какие-то MIDI-файлы и так далее, MIDI-музыки. И, короче, точную функцию я его не могу сказать, но вот так это, в принципе, выглядит. Здесь сюда вставляется, и он записывает. Вот, здесь вот такие штуки. Короче, вот такая фигня. А здесь у нас как мишпульт идет. Мишпульт. Вот. Тоже он. В розетку я его включаю. Он. Лампочки у него моргают. А здесь три лампочки остаются почему-то гореть. Не знаю почему. Где-то что-то у него, возможно, накручено. Сейчас попробую все убрать. Но тем не менее она остается. Вот. Ну и здесь несколько вот таких вот насадочек отсутствуют. Поэтому как бы он не комплект. Вот. Значит, эти вон у нас эти два диджейских CD-плеера. CDG 100S. Два штуки, значит, один из них полностью рабочий, один не рабочий. Вот, ну плюс у него еще не хватает вот этой штуки. Вот, дальше у нас, что у нас дальше идет? Дальше у нас идет, ну это я сейчас сначала покажу то, что вчера это привез, да, то есть вот я их помыл, вот эти самые убойные вещи, да, я их помыл, натер. Начистил, короче, вот так они выглядят оба. Вот, ну для лучшего впечатления сейчас я вот камеру поднесу, посмотрите, значит, это полностью зеркальная, короче, поверхность у него хром. Здесь вот написано, здесь и написано хром LTD. Вот, в общем, вот такая вот фигня, очень прикольная. Вот здесь, значит, у нас не хватает головки вот этой. А тут у нас полный комплект. Все есть. Все стоит, короче. И на обоих у них не хватает только крышек. Крышки. Вот. Вот этот компрессор, значит, компрессор. Я его тоже проверил, включил его в розетку, подобрал к нему блок питания. Он включается, у него все лампочки загораются. Ну как горят лампочки, кнопки на кнопки реагируют. Все нормально, в принципе. Единственное, что функцион его
проверить я не могу, так как нужно подключать многие туда приборы и так далее. Вот, вообще хочу сказать, что мой подвал, блин, как-то за короткое время превратился в какую-то, блин, музыкальную студию. Сейчас вот покажу, что сейчас в данный момент. Ну, у меня здесь стоит, уже места не хватает, некуда поставить. Смотрите, значит, стоит один дуал плеер, платеншпилер. Называется по-немецки платеншпилер. Значит, он у нас рабочий, все нормально, там не хватает одной только иголки. Вот, за ним должны уже приехать. Вот, ну здесь вот это стоит, да? Вот. Дальше идем. Идем дальше, заходим сюда. Стоит Technics. Еще один. Тоже, значит, рабочий. Иголки нету. Здесь дальше стоит Dual. Все, рабочая иголка есть, крышки не хватает. Здесь валяется вот этот вот двойной плеер. Я не знаю, что с ним делать, короче, и нужен ли он вообще. Я его разберу, вытащу оттуда, наверное, мою CD-шку. Или даже не буду этого делать, не знаю. Вот, что-то он мне такое, не внушает мне доверия. Вот, поэтому, наверное, я его так и оставлю. Вот, ну, слишком он какой-то старый и непонятный. Нужен ли он кому-нибудь? Составляет ли он ценность еще? Значит, дальше у нас что? Дальше у нас вот эти два приборчика. Ну и вот это все. Вот, ну, я же говорю, что, блин, за короткое время какой-то, блин, диджейский, блин, этот... какой-то клуб, музыкальная студия, твою мать. Вот, поэтому нужно сейчас быстро это все распихивать, в eBay ставить на аукцион, сколько дадут, столько дадут, и все, на этом распрощаться, и чтобы место тут не занимало. Вот, так что начинаю заниматься этим. Вот, желаю вам всем удачи тоже, и до следующего видео.